Всем привет! И вы на канале Мисс Лиза. И сегодня мы у козлят. Сегодня у нас обзорчик по парку Комсомольскому. Да. Тут здесь большое озеро. Козлята. И еще тут очень красивый ресторан, кстати, одесской кухни. Мы сейчас вам все покажем. И там у них есть козлята. Идем, покажем. И козы. И козы, и козлята. И еще мы купили нашему Пушку вот такое вот поилочку. Поилочку. Он, по-моему, хочет в травку. И чтобы собирать его вещества, которые он сделает. Это точно. Но он просто хочет понюхать травку. Все, Пушок, идем. Сейчас мы вам покажем, как здесь красиво, очень красиво. Все в зелени. Это не пожар. Да, все в зелени, пахнет вкусно. Мы очень любим здесь гулять. О, класс, там еще гамаки какие-то маленькие поставили для деток. А сейчас увидишь. Скоро, реально. Видишь? Да, вижу. Прям для детей. Тут такая классная штука. Мыть можно ручки. Интересно очень. Барная стойка. Классная, да? Ой, господи, как жарко. Здрасте, есть места, да? Ага, спасибо. Классно? Девочка что-то тебя толкает, да? Немножко. Это только здесь такие качельки, да? Классные. Вообще. Ого, так сейчас все вместе сядем на эту качелю. Так, раскачаемся, что аж в озеро улетим, да, Лиз? Да. Ну, идем, сядем, а потом придешь, покатаешься? Ой, такое? Девочка не может. Пошли, Лиз? А, Оля уже садится. Мы тут с бабушкой. Бабушка приехала. Лиза, идешь? Тут что-то интересное. Корм для козлят. Ой, класс, смотри, им поставили новую эту штуку. Кормушку им поставили новую. И у них прям там уже есть гамаки. Круто, класс. Сейчас я пойду. Давай, вот а что там тетя вон продает? Видишь, сидит тетя под зонтиком. А там идем там посмотрим. Что-то продает, там, наверное, корм. Или там всякие ракушки. Да не, но она не может ракушки. Да, вон ракушки. И это не девушка, а девочка маленькая. Mm-hmm. Так, идем посмотрим, здесь, что она продает. А, там уже вход. А что это за ракушки у вас? А это вот поделки, вот развешиватели по всему ресторану. А, это просто дети делают подделки, да, и развешивают. Сколько стоит? А, это бесплатно. Без... Это я этим занимаюсь. А, вы просто делаете? Да. А, без детей? Или они, если хотят, могут тоже, да? Ну, могут, если. Хочешь, можешь попробовать тоже, да? Да. Ну, заходи. Да. Какие счеты прикольные. А как тут это делать? Какой козленок классный. Класс, тут столько много места стало. А там что? Что вот это за домик? Это домик, в котором живут козы. А, это домик, в котором живут козы, да? Класс вообще. Очень круто. Ты берешь какую-то радость. У Лизы тут мастер-класс нарисовался, да, Лиз? Класс. Ничего, сейчас научишься. Какие козы классные, обалдеть. Вот такие классные бусы Лиза сделала, покажи. Вот такие. А
очень красиво. Мы можем их, кстати, дома повесить где-то, да? Да. Украсить комнату. Моей кровати. Ой, класс. Сейчас мы вам еще покажем озеро. Как тут вообще красиво. Это у нас только что такое случилось. Пушок убежал. Пушок убежал, и мы за ним бежали. В общем, он увидел большую собаку и побежал за ней. Слава богу, мы догнали, да, Лиз? Да. Лиза расстроилась немножко. И ничего. Сейчас мы вам тут чуть-чуть покажем озеро. Вот, а потом мы едем в другое кафе. Встретиться с нашей подружкой, да, Лиз? Да. Лиза, да, до свидания. Так, идем покажем озеро. Смотрите, какое здесь красивое озеро. Все в зелени. Так, Пушок. Начал ты. Еще сейчас побежит за велосипедистом. И вообще, мы тут с тобой, Лиза, сделаем сегодня супер пробежку. Угу. За Пушком, да? Угу. Тут люди загорают, купаются. Да. Вот, очень красиво. Мы сегодня ходим туда идти, потому что... Потому что мы будем все в песке, да. Это да. Приятно ходить. Да. Поэтому мы сейчас поедем в другое кафе. Да. Вот. Сейчас Лиза подарит еще один... Два сюрприза, да? Нет. То, что ты сделала. Одну подаришь, одну себе оставишь, да? Да? Вот эти ракушки, да? Угу. Ну все. В общем, мы едем в другое кафе. Да. Встретиться с Лизиной подружкой. Да. Вам еще покажем. Здесь вот есть батут. Да. Там, на котором я тогда... ну, я... Прыгала. Прыгала. С подружкой со своей. Но мы это видео еще не выставляли. Да. Вот здесь батут надувной, просто батуты. И еще есть батут тарзанка. Да. Вот. Здесь карусели есть. Ну, такие маленькие. Дальше есть автоматы. Автоматы здесь есть? Ну да, автоматы. А, кстати, да, немножко совсем. Да, вот. Ой, слушай, вот смотри, какие прикольные вот эти вот, знаешь. Ну, лошадки для малышей. Красиво, да, очень. Очень красиво. Такие прикольные. Ага. Для малышей. Батут. Вот. Там наша машина. Все, поехали. Смотрите. Раз, два, три. И мы в кафе. Мы уже в кафе. Да. С нашим любимым. Лиза разувается. Сейчас Лиза вам покажет колесо. Да. Ну, если давай. Оно только сейчас получится. Ну, чего нет? Конечно, получится. Тут такая классная площадка. Нам нравится эта кафешка. Ну, нормально. Молодец, умничка. Вот. А еще я могу сделать стойку. Пойдем. Давай. Давай, давай, давай. Попытка номер 2. Давай. Ой, молодец, круто, класс. Лайк, большой тебе лайк. А еще я могу висеть вниз головой. Давай. Сейчас заправляю. Давай. Виси вниз головой. И я пойду закажу тебе морожка. Красотка. Вау. Класс, молодец. Круто. Да, сейчас мы еще покушаем мороженое. И я вам потом покажу Лизину подружку. Сниму их немножко для вас. Лиза тут катается на качельке. Как называется эта качеля? Я, кстати, тоже не помню. Но она как-то называется. Да. Покажи, девочки, как ты умеешь. Только держись. Только держись, чтоб не упала. Надо держаться.
Да, еще этого не хватало. Куда ты там лезешь? А как ты хочешь слазить? Через трубу. А, через трубу. Софа, ты не куда? Страшно? Нет. Ну, смотри. София за тобой повторяет, да? Угу. Что, думаете, что она не сможет? Сможет, сможет. Иди по трубе. Мальчик, дай девочка скатится, зайка. Да? Дай девочка спуститься. Он, наверное, не понимает по-русски. А, он просто... Да-да-да, он просто не хочет понимать, понятно. Спускайся, София тебя ждет играться. Давай, давай, зайка, спускайся. Да. Спускайся, спускайся. Давай, давай, спускайся. Молодец. Я просто мимо. Все, ноги. Молодец. Направо ноги. Ничего страшного. Все. Мы вчера не досняли видео, потому что было уже темно. Не было видно. Вот сейчас я вам показываю. Мы уже в бассейне. А давайте подружками. Девочка говорит, Лизе, давай будем подружками. Класс. И, в общем, приехали за город. Очень красиво здесь. Лиза, покажи свою маску. Вау, класс. Здесь очень красиво, сосны. Так легко в этой маске плавать. Да? Да. Но немножко забываешь, что у тебя нос закрыт. В общем, тебе нравится, да, эта маска? Да. Ну все, плавай. Как раз не так сильно прям жарко. Хорошая погода. Все, ребята, мы накупались, наплавались, нанырялись. Теперь мы едем домой. Все, всем пока-пока! Наши новые видео в Кишиневе. Пока-пока.